утро! Прекрасное утро! Всем хорошего настроения! У меня предчувствие, что будет хороший день! Упс, вот тебе и прекрасный день. Внимание всем спасателям! Авария у реки! Авария у реки! Спасатели, вперед! 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 Ребята, вы в порядке? Ой, не совсем. Я жив или умер? Нужно срочно что-то предпринимать. Давайте вместе толкнем и перевернем кости. Раз, два, три. Вот так. Спасибо, ребята. А теперь поможем Кэбу. На раз, два, три. Взяли. Вот теперь я чувствую, что жив. Что же произошло? Дело в том, что... Что Пости хотел меня обогнать. Подрезал, и мы оба перевернулись. Пости, нужно ездить медленнее. Но я вчера смотрел гонки, и мне вдруг захотелось... Пости, но ты почтальон, а не гонщик. Срочный вызов! Ребята, вы немедленно нужны на станции спасателей! Мы выезжаем, а вы соблюдайте правила! Пока, ребята! Пока! И спасибо, что вернули меня с небес на землю! Я тоже еду. Пока, Пости. И будь осторожнее. Пока, Кэб. Как мне нравятся гонки. Как бы я хотел быть не просто машинкой, которая развозит почту. Привет, Пости. Привет, Мини. А почему ты такой грустный? У меня плохое настроение. Я могу как-то помочь. Ты? Да. А давай ездить на перегонки. Зачем? Ну так я повеселею. Но ведь это опасно. Но ты же хотела помочь. Ну хорошо. На старт, внимание, марш. А я быстрее. Нет, я. Ой, меня заносит. Я не могу удержаться! Ай! Мини! Почему ты молчишь? Ой, как же болит голова! Мини, ты можешь ехать? Кажется, да. Ну, как ты? Ой, ужасно! Кажется, мне срочно нужно к Эмбер. Я тебя провожу. Не надо, а то вдруг тебе вздумается ехать слишком быстро. Привет, Мини. Привет, Пости. Почему вы такие кислые? Привет. И пока. Будь осторожнее. Что ты сделал с этой плаксой? Ну, понимаешь, мы ездили на перегонки, а потом... Отличная идея! Ты готов? К чему? Давай, кто быстрее до перекрестка? Я уже не уверен, что быть гонщиком — это безопасно. Ты сделан из металла или из желе? На старт, внимание, марш! Ой! Ребята, вы целы? Вы живы?
Вот это гонка! Вот это приключение! Вот стоп, это по мне! Стоп, стоп, стоп! Гонки! Это опасно! Каждый должен заниматься своим делом! Я больше никогда-никогда не буду нарушать правил! Я не понимаю, что происходит, но я страшно рад за тебя, Пости! Ты говоришь скучно, но, по-моему, правильно! Ну что, медленно и спокойно поедем на станцию спасателей и посмотрим, как там гонщица Минни! Поехали! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Подписывайся на канал!